Когда буквы выстроят в ряд, слова президента Казахстана будут означать спокойствие, стабильность и дружбу. По словам ответработников, на торжества по случаю открытия нового здания Ассамблеи народа Казахстана приедет сам Елбасы. Семиметровый монумент символизирует дружбу и единство. Проект молодых архитекторов Олжаса Кобжасарова и Марата Ежебекова «Казах Гельния Маналгас» был признан лучшим из 50 работ, представленных на градостроительном совете. Монумент символизирует собой единство всего народа Казахстана, имеющий крепкую основу прочного государства. Бригада ЛТД «Турмыс» наводит лоск. Высаженные цветы, подрезанные деревья, осталось только подмести территорию вокруг здания. Теперь это наш участок, мы здесь будем убирать. Бригада нашего учреждения высадила цветочный газон. Сотрудники будут заниматься поливом, а вот за чистоту будем отвечать мы. Просьба горожанам и гостям города, чтобы мусор бросали в специальные ящики. Ведь только подметем, наведем порядок, и обидно, что люди ссорят. Город такой красивый, давайте вместе сохраним его чистым и обновленным. Шанар Уразова, Бауржан Жусипов, Талгат Абдинабиев, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».